забывайте свои вещи. Всем привет, с вами снова я, Даниэль Метрополитенщик. Мы сейчас с вами в поезде D210 лет Винтрансу России. Вот такой, короче, поезд. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Белорусская. The next station is Белорусская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона. Между Ялтой и Симферополем курсирует троллейбус по самому протяженному в мире маршруту – 96 километров. Такой, короче, поезд History Минтрансру такой поезд. Это, Катис, авиация. Ту-144. Это первый такой поезд, самолет. Я хотел стать летчиком, но не знаю, получится у меня это или нет. А вот там самолет Ильюшин, Ил-62. Толмачёва. Такой аэропорт. Так, и, короче, здесь самолеты. Так, сухой суперджет. Здесь уже разрисовали. А вот, кстати, сама вот эта штука вот. Так, Илья Муромец такой вот. Не бойся. Я, кстати, там был вот. Видите, я там не был. Такой, короче, поезд, рекомендую поездить. Еду на этот поезд второй раз. Был именным поездом каким-то. Так, с нами победа. На этом на сегодня все, всем удачи, всем пока. Всем удачи, всем пока, с вами был Даниэль Метрополитенщик. Ольга, 271. Кабина поезда. Метелочка. Ну да, он будет полмесяца ходить. На этом все. Всем удачи, всем пока.